Облик Ирбита заметно изменился в лучшую сторону и продолжит меняться в наступившем году. Летом 2020-го администрация города продолжит благоустраивать общественные территории и дворы. Причем на одних объектах работы выйдут на финишную прямую, а для других в этом году только подготовят проекты. Начатый в прошлом году ремонт на площади имени Ленина в этом году переходит в завершающую стадию. Будет проложен тротуар до улицы Кирова. Установлены светильники и скамейки. Кроме того, с наступлением тепла рабочие вновь выйдут и на бульвар Победы. Подрядные организации устранят выявленные недочеты, а также будет начат третий этап благоустройства. Установят новые скамейки с символом Победы, а также светильники и урны, и обустроят современную детскую площадку с безопасным покрытием. Кроме этого, в этом году начнется благоустройство и других общественных территорий, в их числе Сиреневый сквер. Работы там пройдут в два этапа. Первый стартует уже скоро. Планировка территории, озеленение, установка скамеек, урн, светильников, также покрытие новых асфальтовых дорожек и мобильного туалета устройства. А на следующий год мы уже будем планировать устройство детской площадки. В год юбилея Великой Победы администрация за счет собственных средств отремонтирует и обелиск памяти погибшим воинам автоприцепного завода, что на улице Революции. В апреле объявят аукцион, и уже в начале лета начнутся работы. Также мы далее проектируем пешеходную зону аллеи Посветлова. Разрабатываем рабочий проект, который начинали в прошлом году. В работе у нас березовая роща слева от ДК Костевича. Сейчас у нас работает там дизайнер. Благоустройство этих территорий запланировано на 2021 год. Нынче будут только готовы проекты. А вот 5 дворовых площадок, проекты на которые уже давно утверждены жителями, отремонтируют в этом году по программе софинансирования. 90% от необходимой суммы выделит город, остальные 10% оплатят жильцы. Это те дворы, которые у нас первоначально попали в программу. У нас в программе предусмотрено в порядке очередности, потому как были поданы заявки. Это у нас те же 5 дворов, это Логинова 2-4. Горького 8 – это первый двор. Второй двор – это Комсомольская 1А-3А, Комсомольская 76, Подгорная 1В и Логинова 32-34. Работы по благоустройству территории начнутся, как обычно, в конце весны, начале лета. Анастасия Махнашина, Владислав Бурлев, Павел Тимофеев, НТС «Ирбит».